Моя фамилия Карвайс Сергей Петрович. 9 августа 2020 года я был на массовых беспорядках в городе Минске, в районе станции метро Пушкинская. Подошли ко мне зарубежные телеканалы, два или три где-то, подошли и спросили о ситуации убитых. Я пояснил, что 9 августа 6 убитых. 10-го эти же телеканалы и другие еще подошли ко мне в пересечении улиц Серебрянка, ну, в районе улицы Серебрянка, тоже с такой же целью, с целью провокации. Меня, ну, то есть, как бы, они посчитали, что мне известно, ну, убитых. Я пояснил 7 убитых. На третий раз, я пояснил вообще о 21 убитых. Данная информация не является правдивой в настоящее время, потому что она мною озвучена для телеканалов зарубежных, дабы прекратилось все эти, как говорится, все действия эти, масса беспорядки. И я только одно хочу, как вот, я медицинского образования не имею и помогаю как волонтер. И надев форму скорой помощи, я хочу быть замечен, просто чтобы меня не попало ни пули, ничего. И чтобы мог человек любой ко мне обратиться за помощью. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь работали в медицинских учреждениях здравоохранения? В медицинских учреждениях официально не работал, но как волонтер имел возможность трудиться. Скажите, пожалуйста, вы имеете медицинское образование? Медицинского образования не имею. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, откуда вами была взята эта информация, не соответствующая действительности, с ваших слов? Эта информация мной была взята просто, ну, просто, просто, как бы сказать, была взята по тому виденному, как ездили скорой медицинской помощи, и все. Ну, я посчитал, что они со светом ездят, значит, люди, ну, либо люди, то есть, в этих скорых помощях, либо погибшие, либо, ну, уже умершие. То есть эта информация основана на ваших предположениях? Да, это только на предположениях.